прохожу таким вот пинцетиком. Здесь я уже прошлась, у меня нормально. Вот здесь вот немножко есть наросты кутикулы. Кутикула. Я ее легко вот этой вот лопаточкой снимаю. Очень удобная лопаточка, потому что одной рукой работать здесь тоже немножко. Вот. Я стараюсь ее не отращивать долго. И быстренько. Так, тут у меня нормально. Тут у меня тоже... Нормально, а где есть, я ее быстренько снимаю. И все, здесь у меня тоже нормально. Так. Сейчас мне нужно будет, значит, таким вот образом снимаем ногти с шаблона. И будем сейчас наклеивать. Пафика мы прошлись. Сейчас будем подбирать, какие нам подойдут. Давайте посмотрим на большой палец. Ну, отлично. Отлично подходит и по форме, и вообще есть пошире. Мы возьмем вот этот вот. Нам подойдет. Можно под вот этот вот поменьше. Вот этот пошире. Мы можем взять пошире. Давайте пошире возьмем. Посмотрим, как он будет смотреться. Гель. Это гель-клей. Возьмем его лопаточкой сейчас. Нанесем. И аккуратно будем размазывать его. Густой. Он очень хорошо засыхает под лампой. А у меня лампа. У меня лампа идет такой фонарик. Я думаю, достаточно будет для клея. Под ногаток, под кутикулу и прижимаем.
Я на несколько дней себе буду делать. Для вас надо будет что-нибудь, накатки какие-нибудь придумать, да, таппинг или что-то. Уже давно не делала таппинг. Так, ты, наверное, многое захватила. Захватила много, надо немножко поменьше. Много клея тоже не надо, он потом... Он и так отлично сцепляется. Зачем нам много клея? Вот таким вот образом. Раз, на поток. И вот так. И вот так вот. По бокам сейчас раз, 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 раз. Классно вообще. Мне нравится. Мне нравится то, что форма не длинная. Можно легко подрезать, если длинноват для вас, например, да. Прижимаем немножко и сейчас. Крепко-крепко сцепляется. Следующий, мой хороший.
внизу первый слой тонкий. Он почти прозрачный. И затем уже пройдусь более плотно. Но уже смотрится красиво. Даже первый слой этого смотрится очень красиво. И потом я вот этот вот кончик тут есть. Это все немножко подрихтуется. Надо будет подрихтовать. Так. Вот эти ноготочки у меня дочка покупала. Наверное, на Валберсе купила. Да, она мне одолжила. Одну там несколько пластин было. Пластины все разные, формы разные все. Вот. Красивый лак очень смотрится красиво. Так. Вот. Вот так. Красота. Красота просто. Будем с вами делать второй слой или нет? Не знаю. Это первый слой уже красивый. Красиво смотрится. Остался у нас мизинчик. Мизинчик, мизинчик, мизинчик. Вот. Смотрите, как классно. Как вы думаете, второй слой накладывать? Или так красиво? Так, сейчас вторую руку будем кровосить с вами.